От того, как точно будут установлены имплантаты пациенту, зависит реальный срок службы протезов. Погрешности приводят к неправильному позиционированию, неверной нагрузке, постепенному разрушению костной ткани вокруг имплантата, что может уменьшить срок службы протеза. Современные технологии позволяют по результатам КТ и сканирования челюстного слепка или интраорального сканирования создать трехмерную компьютерную модель, учитывающую особенности строения челюстей пациента, на которой отображается оптимальное положение будущих имплантатов. Навигационная хирургия – это процесс создания цифрового протокола лечения пациентов, утративших зубы, с помощью инновационного подхода виртуального планирования. Совмещение ортопедического и хирургического этапов лечения при цифровом подходе не только ускоряет процесс создания искусственных зубов, но и делает его максимально совершенным. Печать шаблона – это этап, предшествующий непосредственной операции. При наличии 3D-принтера проводится в клинике в течение 45-60 минут. Хирургический шаблон – это накладки в форме челюсти с отверстиями для упрощения процедуры имплантации. Визуально шаблон напоминает боксерскую капу только с отверстиями, в которые вставлены металлические втулки. Эти втулки необходимы для максимально точной установки имплантатов. Они не позволяют сверлу уйти в сторону, наклониться от заданного направления. Хирургический шаблон – это изделие, облегчающее работу врачу и жизнь пациенту. Хирург-стоматолог быстрее и точнее установит имплантаты, а для пациента процедура имплантации облегчается за счет сокращения времени операции и значительного снижения риска возможного отторжения, ведь имплантаты будут установлены с учетом всех индивидуальных параметров.